Здравствуйте, с вами Роман. И это небольшой обзор небольшого нового снимка для Майнкрафта. Как вы видите, 12 Vic 32A. Совершенно новенький снимок. Вот только-только сегодня, 9 августа 2012 вышел. Сейчас мы посмотрим, что в нем нового. Я, конечно же, прочитал, чтобы не тупить. Ну что ж, супер плоский, строения пускай будут. Так создадим. Давайте посмотрим. Проблемы со скином не впервые. Так, что ж, ну, первое, что бросается в глаза, это вот этот данный блок, который находится здесь, в этом меню. Скрафтить его нельзя пока что. Так же, как и получить честным путем, без креатива. Этот блок светится. И здесь есть такая менюшка. Если второй раз открыть, получается что-то такое. Ну, сразу могу сказать, чего сюда не вставляй, работать все равно ничего не будет. Так что пока что это еще неизвестно что. Даже называется Work in Progress. Совершенно неизвестно, что это означало бы. Так что данный блок оставляет нас подумать над тем, что это может быть. Я даже... У меня как-то идей даже особо нет, что бы это могло быть. Опять какое-нибудь зачарование или крафт, или... Может быть. Ну, не знаю. В общем, надо над этим потом подумать. Так, слизни, это хорошо. Так, ну что ж. Второе, что добавили, это... Эх, русский язык. Второе, что добавили, это... Блок с ID 137. Так. Тупая привычка. Еще со старых версий. Вот так это пишется. Вот. Дается нам вот такой блок. Это командный блок для Adventure мода, который позволяет, в общем-то, использовать команды. Ну, к примеру, GIF, там, фильтр 62, 1. Ну, кирпич. Так, допустим, да? Ну, смотрите, допустим. Это для Adventure мода в основном подходит. Допустим, если я прохожу по Redstone, то... Опа, мне дается кирпич. И еще один, и еще один. Я даже сразу системку придумал для одноразового срабатывания. Это, в принципе, ничего сложного. Так, раз, и два. И все, системка одноразовая. Естественно, все это можно заключить в стену на будущее. Если так сразу подумать. То бишь, вот. Вот так вот. Ну, допустим. Поставим сюда. Ну, не факт, что там команды нет, в общем-то. Вот так может быть стена. Допустим, мы будем в Adventure моде. Game Mode 0. И нам там, допустим, сработало. Все, она уже больше не сработает. Естественно, блоки мы ломать в Adventure моде не можем. Причем второй ошибся, это был Survival. Вот так. Так что этот командный блок. Здесь, как описано, можно ввести, допустим, вместо имени игрока вот это. Собака P, то есть для ближайшего игрока. Собака R для рандомного игрока. То бишь вообще рандом будет. И собака A для всех. Ну, то бишь для всех команды сработает. Можно всех портнуть там в одно место или что-нибудь такое. В общем, я идеями... Пока что не особо осветился, это надо думать. Так, ну что ж, теперь еще. Что у нас есть новенького? Несколько новых команд как раз для этого блока. Game Rules. Так, Game Rule, вот. Написано, что надо вводить Game Rule, вот название самого правила, собственно. Game Rule — это игровые правила и значения. Ну, я пока что еще вообще не пропер, как это работает. Я думаю, еще мало кто знает. Потому что описания к этой команде более подробного нет. Так что остается только гадать пока что. Может, какие-то там правила есть. Но это надо угадывать. Так, еще. Еще есть появилась команда Spawn Point. Чтобы указать... Вот, Spawn Point, пожалуйста. Это если я помру, то появлюсь здесь. Вот, фокус. Так, kill. И возродимся. Вот, я здесь именно... Потом еще была добавлена команда. Так, сейчас введем help. Вот я не совсем ее помню.
О, да, difficulty. То бишь, сложность. 1, там, 2, 3, можно даже 0. 0 это peaceful. Ну, то бишь, 0 легкий, ну, peaceful, то бишь, мирный, легкий, средний и сложный, само собой. Вот так вот. Потом еще одна интересная особенность, которую добавили, это... Ну, догадайтесь сами, может быть это и бах, но кто знает. А теперь самое веселое. Вот так. А, шустрый засранец. Так. Сейчас, секундочку, мы этот опыт поточнее проведем. Зомби, как видите, не горят на солнце. Так, братиш, стой ровно. А, зомби не горят на солнце, у меня случилось. Это ужасно. Так. А, ладно, гуляй. Так. Построим такую коробочку. Поставим жильца и зомби. Смотрим и угораем. О, как раз получился. Ага. Да, вот он. Вот такой ужас получается. Так что жители теперь могут стать зомбаками в неудачных случаях. Также есть очень редкий шанс теперь на нормальном и сложном. А я сейчас выставил нормальную, поставлю сложную, чтобы, наверное, поточнее. Берем. Так. Короче, поставим ночь. Заодно продемонстрируем кое-что ночное. Было добавлено зелье. Взрывное зелье ночного зрения. Оцените, ночь. Мне это лично очень нравится. Как варить его, я еще не в курсах. Так что, не знаю. В общем, вот. Вот уже, с первого же раза будет зомбак с лопатой. С лопатой зомбак. Я чувствую, надо сделать потише, а то они такие орастые. В общем, зомби теперь могут быть разными. Вот зомби с мечом. Еще реже встречаются зомби в броне теперь. Вот. В общем, таких разновидностей может быть много. Также и со скелетами. Мечей и лопат у них, конечно, не может быть, но броня вполне. Сейчас увидим. Вот. Скелет в золотой броне. По-моему, очень даже эпичное обновление. Поставим время 0. Опа. Все, скелеты горят, но зомби нет. Зомбам пофиг. Также еще хочется сказать, что у жителей теперь... Вполне спокойно можно торговать, они не будут отменять сделки. Было сказано, что они будут как бы злиться на вас, если вы будете их бить, и более приятно к вам относиться, если вы будете с ними торговать. Но я особо этого не заметил, если честно. Но факт в том, что сделки у них теперь больше пропадать не будут. Это, знаете, мне нравится. Спасибо за просмотр. На этом, собственно, все. Оставляйте комментарии, оценивайте. По желанию подписывайтесь. До свидания.